Здравствуйте, дорогие читатели. Оздоровление души и тела – это, так сказать, наше условие для счастья и нормального проживания на этой земле. Я сегодня, конечно, много факторов, много, можно говорить, общих фраз. Я хотел бы конкретно остановиться на одной из причин назревающих проблем. Вот у меня мой знакомый говорит, у меня есть отличный человек, можно сказать, мой друг, ему 80 лет. Вдруг у него на ровном месте пошло воспаление легких. Он таблетки принципиальные не принимает, к врачам не ходит, он чуть не умер. Он начал падать, терять сознание, потом воспаление легких. Я говорю, он спрашивает меня, не мог бы ты сказать, что это с ним? Потому что к врачам он не обращается, а ситуация была сложная. Он сейчас начал выздоравливать, но все равно были очень серьезные проблемы. Я говорю, ну вот смотри, если он начал терять сознание, значит, у него энергии мало. Воспаление легких – это снижение иммунитета. Появился фактор, который мощно у него начинает забирать энергию. У него образ жизни... Были какие-то изменения? Он говорит, не было. Я говорю, а как насчет компьютерных дел? Он в гаджеты как смотрит? И тут мой друг говорит. Я говорю, потому что вот это вот общение с гаджетами забирает очень много энергии. Он говорит, а он почувствовал, что это связано как раз вот с этими мобильными телефонами и прочим. Он говорит, сейчас всю технику отложил в сторону, не прикасается к ней. И ему сразу стало лучше. В чем опасность всех этих гаджетов?